Сейчас там Ася будет объяснять. Ну чё, вам? Нам? Ты мы с тобой в одной команде. Ты на нашу команду. Сейчас пока язычные слова. Ты только из-за знаты так сказал? Ты чё? Мы все там дураки. Да я тоже. Давай. Ты вообще против. Погнали. End. Конец. Конец. Мир, как называется в Майнкрафте? А, край. Край? Ага. Понял. Рофл, вот, знаете, как в обычном... Анекдот, слове. Шутка. Прикол, шутка. Да. Есть такое место, где вы заходите, хотите найти выход, но заблудились, короче. Лабиринт. Так. Джокер, он кто? Клоун. Не. Психопат. Джокер. Сократи слово. Псих. Да. Перед тем, как вот бокс, там, не знаю, ММА, и когда бойцы выходят сражаться у них... Ринг. Не, вот как называется их вот это время определенное, которое... Приветствие, блядь, я не помню. Да скип, успеем, давай скип. Когда ты заболел, у тебя носом проблемы. Простуда, насморк. Насморк. Нормально, неплохо. А, ты нос сказал, да, Ася? Да. Бля, не считаем тогда. Слушай, на сморг, это там же нос нет. Сморг, блядь. Не нос сморг. Ну ладно, блин. Блин, так непривычно вообще. Чё непривычно? Двоим объяснять, а не одному. Так Чупик же объясняет. Давай, Чупик. Я понимаю. Готовы? Эй, баш, бля. Вот, тебя сделал. Магазин такой большой, как Ашан, только другой. Супермаркет, лента. Да, хорош. Предмет в школе, где изучают вот эти вот континенты. География. Ага. Алкогольный напиток, который в сахар, из сахара изготавливается, его прогоняет. А, все, блядь. Сидор. Ну ладно. Форма, где готовят еду, разные супы. Вот именно посуда, где суп готовят. Как называется? Кастрюля? Да, все. Ебать, ты блин. Чел, который готовит, профессия. Повар. Так, ладно. Пропускай. Порно по-другому, типа такое легкое. Эротика. Хорош. Ладно. Легкое. Так. После воскресенья что идет? День недели. Понедельник вроде, блядь. Хорош. Я сейчас что бы сказал бы. Нет! Там среда, нет, восьминдельник, нахуй, резко. Так, подожди, жеста не было? Знаешь, ты на эротике что сказал, я не помню? ВДСМ. Легкая, блядь. Я даже не услышал это. Так, все, готовы, я объясняю? Так, да, давайте. А, короче, рэпер такой есть еще в Египте, да, вот эта штука есть, типа главный такой чел был в Египте. Ну, рэпер, да, в Египте, крутой такой, ой, блядь. Короче, хуйня такая крутится, еще пропеллер у нее наверху. Вертолет. Хорошо. Вертолет. Есть такой, короче, сериал был «Дураков», и там, короче, короче, да. Деревня. Короче, когда ты болеешь и в школу приходишь, тебе нужно одну штучку типа принести. Справка. Хорошо. Ладно. Короче, такой зеленый овощ, ну короче, едят еще внутри красное, такой косточки есть. И, хорошо. Дальше. Дальше. Короче, у пчелы на жопе есть херня такая. Жало, да. На руке носят, время смотрят. Наручник. Не успели. Да мне похуй, ягода, овощи, я быстро сказать надо. Я искренне восхищен, вы угадали арбуз. Да, я тоже. Когда сказал, я просто охуенно. А у меня, представляю, а у меня, ну типа, зеленое, у меня огурец, и внутри красный, я думаю, огурец внутри красный. Да я, блядь, мне в торопях надо было сказать, африканец, я точно бы нельзя было мне настроить на Твиче говорить. Дорожка, походу, вообще. Фараон, блин, залка не угадаем.
Да я из-за рэпера начал, не понял. Рэпер в Египте. А если, например, рэпер, я же мог... Ну, ты мог сказать скур-скур-скур? Вот мог. Но я сразу переключился в... Просто словообразование нельзя. Не, а я просто начал вспоминать египетских рэперов, потому что ни одного египетского рэпера. Я вообще думал, ты про каких-то монахов. Не, я сначала про рэпера, потом думаю, не, переключись, его Египте крутой такой, тю-ру-ру-ру, еще начал. Так мы насморк не засчитали, мы насморк убрали. Да, давай, ебаш. Всё, знаешь, что готово. Вы не стай, блядь. А, это главное это, отвечайте вовремя. Давай, я и так обманываю. Фу. Растет такой, пьют еще трубочкой можно, на дереве покупают редкий. Кокос. Да. Проводник по-другому. Блядь. Три буквы. Ну, который вводит вас. Гет. Да, да. Макаешь ты в чай. Печенье? Правильно. А готовишь на каком это, блядь, как это, площадь называется, вот эта общая комната, как это называется? Кухня. Вот. А, ладно, пропущу. А, у тебя хороший, когда жрать много хочешь. Аппетит. Правильно. А, на руке носишь или на шею часы. Надеваешь. Большая часы, такая. Цепь. Большая, да. Правильно. А, на работу, когда устраиваешься, как называется вот эта штука, когда резюме? Ты... Нет, вот, я пропущу. А, вакансия. Ага, так. А, круглая такая, как дверь, только круглая. Люк. Окно. Нет. Бля. Ну, делают красиво так, вместо двери ставят ее. Ладно. А собака, как это называется, действие? Три буквы. А-а-а! А, действие. Бля, ебать, ёбаный. Круглая вместо двери, бля. Я тоже, я подумал, круглая прям. Ну, бля, я думал. Ну, ладно, нет, согласен, могли догадаться, типа, ну, все, типа, сразу не появилось. Я сразу, знаешь, на Диком Западе вот эту дверь, я представил. А у меня в голове на Рахобита, блядь, была какая-то дверь, круглая была, блядь. Я пытался вспомнить, типа, может, название какое, блядь, есть у нее. Так, все, да. Да не, нормально, 6 слов, нормально. Давай, Никит. Ебём. Типа, что за нём? Всё, вроде же, Red Jimmy. Да, нажимать? Да. Понял. Так, теперь я, да, буду объяснять? Да. Так, давайте. А, ночь, есть ночь, а день. Есть? День. Ага. А, донатный. Не знаю. Хорошо, когда деньги, ну, копятся. Сбор? Да. Сбор. Сигареты, зависимость от чего? Никотин. Водки на столе. Рюмка. Есть кролика, есть? Зайчик. Заяц. Уменьшительно ласкательное. Зайчик. Чуть-чуть по-другому. Зайчонок. Поменьше. Зайчишушек. Ладно, дальше. Есть юг, а есть... Этот, север. Луи Виттон, что они делают? Шмот. Шмотки, вещи, одежда. Ну, там носят что-то в ней. Сумка. Ага. Зимой катаются дети в ней. Санки. Санки, да. Успели. Ники, там заика. Нос, а я думал... А, нифига. Ну... Ну нормально, ребята. Семь, нормально. Да, я нет, просто читать не угадали. Чё, всё, остальное всё угадали? Всё, да. Да, остальное всё угадали. Пока. Бля, ну давай, сынок. Ну, давай. Зайка. Раз, два, три. А когда, короче, даёшь человеку, ты когда что-то кушаешь, потом ты... Хорошо, там склоняешь. Чек. Бля. А, такая бумажка в газетах была, ты слова вписываешь, а потом типа... Кроссворд. Ну, да. А, во рту у нас что? Чем язык? Жуем? Не, чем жуем? Зубы. Блять, ладно, вы неправильно сказали. Так, возвращаясь к зубам, кто ими занимается? Стоматолог. Дантист. Да, дантист. Правильно, но как это учение называется? Стоматология. Есть день, вечер и еще? Утро. Ночь. Так, маленькая такой, маленький ящичек, короче, рядом с кроватью стоит обычно. Камон. Тумбочка. Тумбочка. А когда ты хочешь воду попить и там убивает тебя, как это называется? Жажда? А, такая хуйня была у тренеров или у этот физруков, они
Свисток. Свисток. Да, да, все. Короче, сканворд это другое. Кроссворд и сканворд это разные. Да. А, там сканворд, бля, я думал, там кроссворд. Зуб. А нет, стоп, а сканворд за что? Почти то, что надо. Там какая-то суть другая, как бы. Да я не знаю, там какие-то правила. Ход был? Ход, не знаю. Нет. Все, 4 поинта. А что такое сканворд, блядь? Сканворд. Сканворд, да, это по сути одно и то же самое, что и кроссворд, просто по-другому называется. Мне сказали зубы. Сканворд с картинками. Так это одно и то же самое. Ну ладно, не, похуй. По факту, по сути, да, это одна фигня. Для своего этого, блядь. Слова другие. То есть так не было, одна коренное было. Не, ну да, там. Он свист сказал. Да, свист. Нечаянно вырвал уже там 3 секунды увидел. Запаниковал, блин. А вот как с зубом, так считается? Как зубы? Зубы он сказал. Отравление. Ну, а так не считается, типа, если ты сказал? Ну просто тут конкретно. Где сказал зуб? Ты зубы сказал. Они ответили зубы. От зуба. А, сказали зубы. А, все, тогда да, пожалуйста. А так не считается, да? Число нельзя, да? Так не считается. Окей. Хорошо, да. Ну потому что мы за их. Как карандаш, только вот с... Ручка. Специально, ну, ага. А когда вот почту вам отправляют... Письмо. На почте специальные номера есть. Трек-код? Не-не-не-не, на почтовом отделении. Бля, не знаю. И марка? А, индекс. А что у вас, вот свет дома есть, у вас там компьютер, от чего у вас заряжается? Электричество. Электричество. Ага. А ислам это что? А, религия. Ага. Так, это ладно. Ваше место проживания как называется? Ну, не называется вот? Дом. Город, короче, дом. Не-не, вот, вот вы вписываете это. Странно. Квартира. Так, это я не смогу. Зимой вы что носите? Куртка. Куртка. Дубленка. А, шапка. Okay. А, курят такой, знаете, толстый такой, коричневый. Сигара. Ага. А вот бактерии смотрят вот через такую... Микроскоп. Микроскоп. Ага. Так, ладно. А, блядь. Нормально, нормально. Неплохо. Так. И индекса не было, все. Ну, курят кожаный, блядь. Я вообще, блядь... Я думал, огромный коричневый. Я даже не особо, блядь, про сигареты или еще про тут подумал. Мы, конечно, не знаем, Ася, что ты куришь. Возвращаясь к тому слову, которое у Джонни, блядь, было, которое он не стал объяснять. Тибикс, готовы? А сколько, до скольки играем, Джонни? До 20. Ага, ну сейчас надо максимум выдать. Нам, короче, надо 7 хотя бы, ну 6 хотя бы, ну 7 желательно. Типа, главное, без... Короче, листай, если видишь злату, прям листай, да. Ага, окей, давай, погнали. Так, когда поднимаешься по лестнице, и вот прям не хватает тебе... Отдышка. Хорош. Чел, который на свадьбе ведет... свадьбу. Тамада. Угу. На ключи вешаешь такую штучку. Брелок. Угу. Типа как перчатка, только по-другому. Зимой носят ее. Варежка. Хорош. На 9 мая парад. Вот, что там делают? День победы. Вот именно ходят, типа, как это называется? Маршировать. Вот. Марш. Маршируют. Все, хорош. Breaking Bad, это что? Сериал. Хорош. Выпечка, короче, огромная выпечка, там, мясная, может быть. Пирог. Пирог. Ага. Пицца. Короче, чел, который не школьник, а после школы. Студент. Как называется? Студент. Ага. Вот этот студент, он получает вместо... Диплом. Оценки. Нет, вместо оценки, типа. Зачеты. Хорош. Да все, выиграли, похуй. Я... А посчитывать бессмысленно. Ой, блядь, знал убийца, нахуй. Нормально, нормально. Нет, стоп, отдышка, почему убрали? Да похуй, вы выиграли, зачем убираете? Ну смотри, зачет есть. Варежка есть, отдышки нет, все. Нет, все, у вас последняя была. Почему отдышки не было? Отдышка была. Да похуй, говорю, типа выиграли. Да ладно, ладно. Просто. Не, мы выиграли. Меняем раз, два, три. Так, давай все. Батя голову поменялась. Давай, поехали. С таким жалом, знаете, в пустыне ходит. С клешнями еще. Скорпион. Скорпион. Ага. Вот есть два друга. Ой, блядь, да я долбоёб. Самое быстрое животное, которое бегает на планете. Гепард. Как
Так? Гепард, нет? Да, да, да. У меня так, вот... Всякие вот у вас был в школе, короче, предметы, и вот ты смешиваешь всякие штуки. А, как химик человек называется, да-да-да. Химик. Как химик? Это? Да-да-да. Вот есть специальное место, куда сдают детей. Детдом. Не-не-не, ну... Приют. Ага. Детей? Куда ты, Тату, ходишь днем? На работу. Вот. Скажи, работа. Работа. Да-да-да-да-да. Блядь, случайно. Блять. Ночью вот дети что надевают на себя, чтобы лечь спать? Блять, дай штучку! Полностью! Бля, пижама, блять, не смог вспомнить пижаму, пижама, блядь. Бля, штат, почему я случайно скипнул, ёбаный? Детей в приют, ну Ася, ну такого. Да-да-да, я тоже. Я так и застал, блядь, какую хуйню скажешь. Детей сдают. Сильно ебаный. Химик вообще мог качка какого-нибудь обезвести. Дальше, Пиксер, пойдем. Так, сейчас, давай. У фильма есть сюжет по-другому. Сценарий. Сценарий? Порода собаки немецкая. Овчарка. Как зовут собачку? Ну, собаку как зовут? Имя собаки это? Кличка. А, кличка. Ага. Огромная такая черная... Дра? Да. Где мы сейчас все с вами находимся, это помещение? Вот как оно называется? Комната. Да. Куда ходят парень и девушка? Вот первое... Свидание. Да. Что мы едим на завтрак, кисломолочный продукт? Кефир, молоко. Нет, его ложка едят. Каша. Он с разными вкусами есть. Йогурт? Да. Кроличья. Дара. Лапа. Ага. Поднимаемся на нем. Лифт. Да. У стула есть. Ножка. Да. Нормально. Нормально. 10! Ебать, Никита вообще. Все, хорошо, хорошо. Так ему еще слова такие прям вообще идеально, прям он просто идеально все объясняет. Не скипы. Так, балбес готов. Ну давай. Порода кошек такая лысая. Правильно. Ей вытирают дома, могут посуду вытирать там. Белки, губка. Правильно. Есть неделя, есть день, а есть вот тут 30. Это что? Часы. Нет, в сумме. 12 в год, да. С крыльями такой плавает еще, их кормят еще в речке. Утки, утка, еще. Гусь, еще. Лебедь. Правильно. Солнце что делает? У него происходит какой процесс? У солнца. Фотосинтез? С утра, когда... Что это процесс? Восход. Правильно. Ебанутый, ты набираешь в бане вот в эту штучку, которая в руках, как она называется? Ковш. Правильно. Я не знаю, как это объяснить. Растет такой длинный зеленый в огороде. Огурец? Здоровый, здоровый, жирный такой. С него еще делают всякие... Тыква, блядь, я хуй знает. Блядь, ладно. Блядь, зеленый, с него делают разные блюда. Ну он здоровый, же, блядь. Он же белый, нет, блядь? Нет. Он разный бывает. У меня зеленый. Зеленоватый. Да. Так, прачечной не было. Все остальное, да? Да. Давай, чапа. Погнали. Преступление и... Наказание. Наказание. Хорош. Типа, когда ломают, типа, имущество... Вот, ущерб. Или когда ведьма наводит... Какую-то... Порча. Порча. Ага. Так, вот между шеей и рукой. Что такое? Тело. Человек, который рисует. Художник. Художник. Ага. У каждого... Ну, чем мы видим? Из глаза. Глаза. Глаз. Ага. Глаз. Хорош. В Амангасе, типа, есть мирное, а есть... Предатель. Ага, хорош. Чел, который делает сладости, типа, профессия. Кондитер. Хорош. Вот, типа, наказание и... Преступление. В боулинге... Кегля. Шары кегля. Кегли, шары. Хорош.
Типа ставишь в конце документы. Печать. Хорош, хорош. Подпись. Да, да, сказал. И хорошо, что глаз сказал, а не глаза, как я, блин. Игрались. А, все? Ебать, мы выиграли. Охуеть. Это самый быстрый раунд просто. Да. Тасуй по-братски. Отлично. Бля, мне понравилось, когда в начале Аси говорит, типа, с жалом в пустыне и просто 5 секунд молчал. Я сразу скорпион. Раз, два, три. Ну это уже было, я думаю, еще раз шафнул. Да, давайте еще раз. Раз, два, три. Нормально, да. Пиздец. А когда вода в кастрюле уже... Накипание, кипение. А, есть мужик, а есть... А, баба ж... Да. А, короче... Человек, когда идет, он что делает? Ходит. Ходит, ну. Один как называется? Сделай один. Шаг. Шаг. Маленькие магазины такие, прям маленькие, они раньше. Ларек. Нет, по-другому. Блин, не знаю, скип лучше. Мужик, который, короче, военный, он говорит, кому куда встать, его как называют? Сержант, я не шарю вообще. Ой, а, маленькое существо на этого похоже. Суслика, большой. Сурикат. Не, бобер. Бобер. У нас на ноге есть такая чашечка. Это как она называется? Колено. У нас, когда солнце светит на нас, сзади нас что? Тень. Красавчик. О, бля, нам такие слова. Стратег киоск, бля. Хуйня попадает, я заебался. Сейчас слышим, вода, огонь, блядь. Да, так и будет. Так, сейчас, блядь, это преступление и наказание и преступление. Бывает. Да, нормально. Так, все, начинаем? Да, погнали. Давай. Кошка и... Собака. Продавец и... Покупатель. Да. Левша и правша. Бля, я в ахуе. Не легенда, а три буквы. Миф. Да. Ой, градусник. Какой есть градусник? Ртутный. И вот какой? Одно слово. Ртуть. Поменьше сократи слово. Ртуть? Да. Китаец и... Японец. Да. Так. Катают, на ней еще такая соцсеть есть, мессенджер. Телега? Телеграм? Да. Правильно. По машине ездит над рекой он. Мост? Да. Дальше. В книгах есть частик, в одной книге есть глава? Частик. Страница? Да. Глава. Черная такая кошка хищная. Пантера, да. Да. Силач? Кошка и собака. Да. Три подряд просто. Да, отлично было. Так, ничего не было. Я просто, блядь. Я, блядь, мужик, блядь. Кошка. Да, вот так это работает. Вот крутка, нахуй. Опять 10 слов, блядь. Давай это одно. Да у меня читы просто стоят. А то рейди нажмешь, да. Блять. Уй! Короче, человек состоит из такой твердой штуки. Одна штука. Кость. Музыка такая еще есть. Блюз вот это под это такое есть. Музыка хорош. Ладно, потом. Измеряет скорость этой штукой. Спидометр. Человек, который не верит в Бога. Атеист. Когда, короче, у тебя разрез на теле происходит, это что за штука? Когда, короче, у тебя есть эмоция такая, когда ты в афиге, короче. Удивление. Хорошо. Сышь этой штукой. Пенис. Моча. Да. Короче, с утра похавать эту штуку такую, ну, дефолтная штука. Творог. С хлебом. С хлеб на хлеб вот этой внутри. Масло. Нет, хлеб на хлеб, вот эта штука сама суммарно, что он... Хорошо.
на них наступает часто, типа, в мультиках еще. Боже. Нет, вот давно. Так, пынь, и поеблу. Поеблу, и прилетает еще, пынь, нахуй так. А, этот грабль. Блядь, я, кстати, на грабли ни разу не наступал. Так в мульти, я поэтому сказал в мультиках, блядь. Грабли, кожура. Моча, блядь, рана, блядь. Фашизм, чё, я чуть руку левую... Кратер, ну, кратер мог, кстати, ну... Кратер, блядь. Ну, 9 нормально. Ну, правда, сейчас они... Сейчас они 10 сделают, и все. Да, чупить, да, блядь, сейчас это тебя дует, нахуй. Да, реально. Десятку делали. Сейчас Никита префайром еще не вышло слово, сразу скажет. Все, готово? Так, давай. Давай. Блин, ладно. Так, типа, как лошадь, только в Шреке еще был... Осел. Так, ага. Между странами есть? Граница. Граница. Угу. Вот когда, допустим, приходит какая-то хуйня, и тебе резко хочется что-то делать, типа, что приходит? Вдохновение. Ага, хорош. Вот когда у тебя с башкой беды, ты к кому идешь? Психолог, специалист. Еще, еще, еще. Терапевт, психиатр. Ага. Я сказал. Да, так. В доте есть мид и снизу линия. Вот. Хорош. Есть еще книга Гиннесса, как она? Рекорд. Ага. Блин, да. Такая есть шоколадка, как Сникерс и Марс, только вот... Твикс, Баунти. Еще на улице так стелят ковер и этот устраивают. Приколы. Понял. Когда жгут чучело, праздник. Масленица. Хорош. Бля, сколько? Бля, с пикником что-то я загнул. Что, смола какая-то, что ли? Грифель не было, скорости не было, да. Бля, 7 сегодня. Бля, знат, давай. Только вот без своих заумных вот этих. Давайте. Ой, блядь, это же сгорело. Ковер на улице. Ну да, 7. Вот сдали мы. А то, давай. Фух. А, процесс, когда ты от усов избавляешься или от бороды. А, бритьё. Правильно. А, ты записываешь... Голосовое сообщение. Да. А, вкусная такая, беленькая, как птичье молоко, только еще круглое. Это зефир. Правильно. А, плюёшь, что это такое? Слюна. Изо рта. Правильно. А, есть сын, а есть... Дочь. Правильно. А в огороде растет зеленый, маленький такой. А, огурец. Правильно. А, сжигают на это. Чучело. Праздник. Правильно. А, ты допускаешь. Ошибка. Правильно. А, есть сестра, а есть. Сын. Нет. У сестры кто есть? А, брат. Правильно. Есть начало, есть конец, а есть. Середина. Правильно. Ты на такой черный. Баклажан. А, это пиджак. Правильно. А. Ты подаешь в суд что? А, иск. Правильно. А, все, блядь. Ебать. Блядь, что вы? Блядь. Не пытайся. Сейчас Аси просто сихов азотрон, блядь. Объясняй нам. Давай. Понимаешь, знаешь, почему? Просто показывали рецепт зефира, как по-другому, как готовится, поэтому я об этом... А, все? Все правильно? 13, ебать! 12. Участники я пропустил. 12. Ага, я, бля, давай! Да, все, что, реально все угадали? 2 не угадали. Пробелов, что ли, там? 2 только, 2. Участники создать. Было, я помню. Ебой, вы чё, гоните? Ебой. Давай, еще в топи. Бля. Нам страшно стало? Че такое? Бля, расслабились, да? Ну давайте попробуем. Вот на голове, вот чем вы слышите? Уши. Уши. Одно, ага. Ухо. Вот когда вот одно и то же вот так, знаете... Повторение. Вот, сократите, как это? Повтор? Повтор, ага. А, в пустыне ходят с одним горбом. А, верблюд? Блядь, я долбоёб. Так. Внутри головы у вас, внутри черепа что? Мозг. Ага. А, так. Вот когда ты ожирел, и у тебя вот, что появляется? Такая, знаете... Пузо. Вот... Живот.
вот это все вот тело вот между ними. Жир? Прослойка. А. Бля, я долбоёб. Когда вы смотрите свое отражение, видите, что от чего зеркало? Вы видите? Ага. Зеркало. Так, надевайте на ногу. Бля, бля, так знаешь, блядь. Самое смешное, просто Аси говорит, я долбаю, и выпадает глупец. Ты несколько секунд теряешь на том, ты в голове как на каком-то казахском думаешь, да? Нет. Нет, мороз еще не ответил. На какого хуя ты так долго формулируешь? Я-то думал, ты на казахском думаешь, переводишь. Бля, долбаю, глупец. Сейчас восклицательный знак. Дед Мороз, можно... Желто-черный. У меня в голове еще другие мысли идут, типа, почему я тебе сказал, типа. Короче, а? Отдых тоже можно.